Легенда, сказки и предания ожили на главной республиканской сцене. В Чебоксары на всероссийский фольклорный фестиваль съехались детские коллективы из разных регионов страны. Русская народная «Лиса и медведь» из Шамуршинского района. Актеры коллектива «Звездочки» с этой постановкой уже объездили несколько детских садов, выступали на районных концертах. Теперь на главной сцене Дня Республики. Мы поставили номер «Как медведь на лисе женился». Мы готовили этот номер долго. Репетировали, конечно, не каждый день, но в неделю 2 раза точно. Сразу с 2 постановками приехал вокально-театральный коллектив «Веселые нотки». Чтобы выступить на фестивале, они преодолели почти 2000 километров, разделяющих Геленджик и Чебоксары. Все костюмы мы выполняем сами с помощью мастера прикладного искусства Шариповой Галины Сергеевны. Наш коллектив молодой, нам всего 2 года, но, несмотря на это, мы уже добились успехов и первый раз приехали в Чебоксары. Творчество юных артистов многогранно. Это и народные обряды, обычаи и песни, театрализованные постановки, выставка собственных поделок. Участниками фольклорного фестиваля стали 12 коллективов из разных уголков России. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Павел Иритков. Республика.